коллеги, я хочу сказать, что, безусловно, с момента взаимодействия, скажем, нашего здравоохранения плотно с мировым сообществом, прошло, наверное, 20 лет. Вот так, 20 лет назад мы стали обсуждать основные направления совершенствования медицинской помощи тогда еще в России, постсоветской России. И нужно сказать, что за это время наше здравоохранение прошло огромный путь. Я хочу сказать, что есть две большие проблемы, которые всегда, так сказать, стоят перед здравоохранением. Первое – это структурная реформа. И второе – это финансовое насыщение. Одно без другого практически невозможно. Я бы сказал так, что если взять начало 90-х годов, то, наверное, о структурных реформах практически было невозможно говорить. Потому что нужно было решать задачи, структурные реформы, по сути дела, упирались в невозможность их реализации из-за финансового обеспечения. Поэтому, конечно же, первая задача была финансовое насыщение, минимальное финансовое насыщение. И я хочу сказать, что вот так, положа руку на сердце, она начала решаться только тогда, когда была ренационализирована нефтяная промышленность и газовая. Вот, по сути дела, хотя мы прекрасно понимали тогда, что мы все были демократами и все хотели как можно меньшего участия государства в экономике, поскольку оно всегда неэффективно, но, так сказать, пока не появились у государства налоги в виде нефтяных и газовых денег, практически здравоохранение лежало на боку. После этого, наверное, с 2000 года, постепенно, по чуть-чуть, начало насыщаться финансово здравоохранение. И только в 2007 году стали появляться целевые программы. Вначале появилась программа «Национальный проект здравоохранения». Вначале появился национальный проект в сфере здравоохранения, родовой сертификат, материнский капитал. Потом появилась программа совершенствования оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Причем, я уже говорил, она появилась тогда, когда на дорогах ежегодно стало погибать более 35 тысяч жителей. Для сравнения, скажу, в Соединенных Штатах вот это такая же программа появилась тогда, когда у них стало погибать больше 40 тысяч жителей, но на 300 миллионов населения, а не на 150 наших. Потом появилась программа «Онкология». Потом появилась программа модернизации здравоохранения. И 460 миллиардов одномоментно было влито в 2 года, и потом еще 100 миллиардов в 3-й год. Недавно я, как главный специалист Министерства здравоохранения, был в Крыму. И посмотрел, как устроено оказание экстренной помощи, да, вот у нас и в Крыму. А параллельно, естественно, обе системы здравоохранения сравнил между собой. Вот мы же очень близки, И вместе стартовали из Советского Союза. Но, и, кстати, параллельно
Могу сказать, что и точно так же очень хорошо знаю систему, допустим, в Эстонии. Мы все стартовали с Советского Союза. Но вот по Крыму что хочу сказать? Что, конечно же, вот это много этих программ, которые прошли за 10 лет, совсем изменили лицо нашего здравоохранения. Ведь я не знаю, для финских коллег, я думаю, что все финские коллеги настолько близко находятся к России, что практически знают уровень здравоохранения, который был в 2000 году, когда все надо было приносить с собой в госпиталь. То есть государство не обеспечивало ни медикаментами, ни расходными материалами, а иногда даже не обеспечивало бельем. Ситуация сейчас в Крыму. То есть, с одной стороны, но во всяком случае в крупнейших больницах есть оборудование. А с другой стороны, пациент с собой должен приносить капельницы, медикаменты для того, чтобы его лечили. Те лозунги, которые мы знали еще 20 лет назад, по сути дела, только сейчас мы можем приступить к тому, чтобы их реализовывать. То есть они реализовывались, но вот так, чтобы делать кардинальные шаги, я имею в виду структурное реформирование здравоохранения. Конечно же, без условий финансового насыщения первоначального это невозможно делать. То есть, если мы хотим, допустим, сократить количество коек, но при этом не уменьшить обеспеченность населения технологиями медицинскими ключевыми, то, конечно, мы должны понять, что вначале мы должны обеспечить минимальную потребность в технологиях, а теперь пытаться за счет отдельных программ переносить часть помощи на внегоспитальную, либо сокращать сроки госпитализации. Я вот вам сейчас продемонстрировал на слайде основные направления реформирования здравоохранения, которые были сформулированы еще 20 лет назад. А именно, сокращение коечного фонда. Развитие высокотехнологичной специализированной медицинской помощи, обеспечение современными технологиями населения, такими как эндопротезирование, кардиохирургические вмешательства, интервенционная кардиология, трансплантология и так далее, минимально-инвазивные вмешательства. Это все те технологии, которые могут развиваться только в том случае, если финансово насыщается система. Понятно, что для того, чтобы иметь средства на последующее реформирование, часть средств можно взять внутри, но еще дополнительные средства обязательно тоже будут нужны. То есть не может быть реформ, которая делается только за счет внутренних перестроек, потому что любой шаг изменения, он требует первоначальных каких-то повышений трудоемкости, которые неизбежно необходимо оплатить. Я хочу сказать, что, конечно же, притча во языцах – это сокращение коечного фонда. Вот если мы посмотрим на 1000 жителей, количество коек, может быть, сейчас в Финляндии изменилось, но я знаю точно, что в начале 2000-х годов в смысле, лидером была Швеция, где сроки лечения были уже почти в полтора раза тогда короче, чем в Германии. Если в Германии средний срок лечения был 7 дней, то в Швеции 5, а сейчас еще короче. Очень мощные шаги сейчас сделала Финляндия, по сути дела, являясь одним из лидеров в построении современного здравоохранения, особенно в развитии внегоспитальной помощи. Особенно организации помощи в регионах с низкой плотностью населения. И здесь я так думаю, что мы всячески благодарны за каждый
шаг в этом опыте, который, с которым с нами делится Финляндия. Но если мы посмотрим, у нас за последние 10 лет еще серьезного сокращения коечного фонда не произошло. Еще не произошло. Более того, я вам хочу сказать, что почему так не происходит? Первое, потому что, на мой взгляд, очень слабо развиваются негоспитальные формы оказания помощи. Вот первое. Но даже если мы бы их сейчас начали развивать, а при этом просто директивно не сокращали бы койки, то я вас уверяю, заполнились бы и те мощности, и другие. В частности, известный закон, да, что каждая оплаченная койка всегда заполнена. То есть, если она не заполняется больным, она заполняется полубольным. Если она не заполнена полубольным, она затеет заполнится четверть больным. На нее с удовольствием ляжет или оформится амбулаторный больной. Поэтому в структурных реформах важны оба направления. С одной стороны, развитие внегоспитальной помощи для того, чтобы, когда мы начнем сокращать госпитальную помощь, не было чрезмерного напряжения в обществе. Потому что если мы заберем госпитальную, а взамен ничего не дадим, то мы получим бурную реакцию. А с другой стороны, даже развивая вот все мощности внегоспитальные, если мы параллельно не будем директивно, поэтапно сокращать койки в конкретных больницах, то они так и будут. И судя по динамике, вот как вы посмотрите, что за 7 лет, за 6 лет, у нас сокращено что-то, меньше 1000 коек на город. Такая же ситуация в большинстве регионов страны. Наиболее радикальные шаги сейчас делает Москва. Но мы знаем прекрасно, что шаги эти непростые. Но тем не менее, на сегодняшний день это не значит, что в городе ничего не делается. В городе делается. И за последние годы делается. То есть реально созданы центры для лечения больных с острым коронарным синдромом. Созданы строк-центры, центры для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Созданы травма-центры. Создаются хосписы, центры реабилитации, центры сестринского ухода. Но, конечно же, вот, на мой взгляд, сейчас мы все подходим к тому, чтобы приступить к реформированию как раз системы экстренной помощи в городе. Если мы посмотрим на структуру смертности среди жителей Петербурга, то я хочу сказать, что, ну, как сказать, она с одной стороны отражает всю картину ситуации в России, а с другой стороны немного отличается. Потому что первые три причины остаются те же, да, это сердечно-сосудистые, онкология и внешние причины. Но с другой стороны, конечно же, в Петербурге смертность от внешних причин меньше, чем в целом по России. А с другой стороны, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии чуть больше. Потому что пожилой город и очень хорошая выявляемость с точки зрения онкологических заболеваний. Вот я считаю, что значительный рост у нас онкологической заболеваемости в городе
на мой взгляд, за последние десятилетия связан не столько с повышением истинной заболеваемости, сколько своевременности. В чем проблема на сегодняшний день с созданными сосудистыми центрами? А дело в том, что с одной стороны, эти сосудистые центры созданы по расчету, так сказать, европейскому, по количеству там коек на 100 тысяч населения. А с другой стороны, вот если в терапевтическое окно попадает только 5% больных с острым коронарным синдромом, то весь смысл создания системы пока очень, ну как бы, сомнительный, что он даст эффект в целом на летальность по этому заболеванию. То есть, на что нам нужно сделать? С одной стороны, нам надо сейчас сконцентрировать усилия на социальной рекламе, на настороженности населения, на его готовности быстро обращаться и, там, так сказать, правильно маршрутизировать его для того, чтобы он попадал в терапевтическое окно. А с другой стороны, количество выделенных квот для этих сосудистых центров не обеспечит тогда поток этих больных. И просто они будут приходить, но не каждому мы сможем делать коронарографию и стентировать. Таким образом, ну скажем, не может быть одного шага. Тогда должно быть сразу несколько шагов, которые, с одной стороны, обеспечат функционирование этих центров, а с другой стороны, обеспечат центров соответствующим потоком больных. Но то, что эти центры уже есть, и что мы для себя понимаем, что мы должны работать не по инфаркту миокарда, а по логистики острого коронарного синдрома, когда мы можем его предотвратить, избежать и уменьшить зону некроза, равно как и при остром нарушении мозгового кровообращения, это изменило ментальность наших врачей, и все понимают, что в этом направлении надо двигаться. Просто следующие шаги требуют серьезного финансового подкрепления. Где же его взять? Ну вот, по сути дела, когда мы в свое время занимались созданием программы для города совершенствования экстренной помощи, обнаружилось, что там экстренной помощью в городе занимается свыше 30 учреждений. Но когда стали анализировать, что приблизительно только 8 из них, крупных тысячекоечных учреждений, забирают 70% этой помощи и способны на должном уровне ее оказывать. Это был 2001 год. Вот я вам эти картинки рисую. 2001 год. До сих пор мы еще не можем все учреждения изъять из экстренной помощи, и по-прежнему часть больных везут в Максимилиановскую, часть везут в 32-ю, часть везут в 9-ю, часть везут в 23-ю. Хотя всем очевидно, что там больным с экстренными заболеваниями практически делать нечего. Потому что нет круглосуточных технологий, нет всех специалистов. Значит ли это, что нам надо избавиться от остальных 25 учреждений? Нет, конечно. Конечно, это вот именно в них и надо развивать хосписы, сестринский уход и реабилитацию. И проблема здесь, конечно же, прежде всего в том, что любые изменения в сфере здравоохранения, они мало того, что они должны опираться на политическую волю, но мы должны понимать всегда, что они, конечно же, еще упираются в то, что, ну, допустим, население Пушкина никак не хочет согласиться, что 38-я больница у них не будет оказывать весь спектр медицинских услуг, которые есть в мире. Они хотят, равно как в Московском районе, есть 20-я больница на Газдеве. А рядом стоит, она стоит между 26-й больницей, тысячекоечной, вот этим крупнейшим стационаром, и институтом Женелидзе, таким же.
И вот спрашивается, где их ниша для оказания экстренной помощи? А нужна нам экстренная помощь? Это все равно, что мы, знаете, построили мост через реку, а там остался еще лодочник, который вот ездит туда-сюда. И он спрашивает, найдите мне тоже работу, чтобы я туда-сюда ездил. Может быть, мы ему предложим что-то интереснее, чем чтобы он соревновался с мостом. Вот приблизительно такая же система здесь. Ну, я хочу сказать, что вместе с созданием центра просто экстренной помощи, конечно, гораздо более специализированная, это уже травмоцентр. Травмоцентры, когда центры готовы оказывать помощь при сочетанной множественной и изолированной травме, сопровождающейся шоком. И таких у нас только 5 на миллион, и это общемировая практика. И это нормальная система для организации этой помощи в мегаполисе. Конечно, мы эту помощь создаем не только для Санкт-Петербурга, а Петербург стал, по сути дела, водителем ритма для того, чтобы создать эту систему для всей России. И вот на примере дороги Москва-Петербург мы можем увидеть, что травмоцентры первого уровня находятся в областных городах, травмоцентры второго уровня между ними. И, ну, в общем, это традиционная международная система, которая позволяет сконцентрировать этих пострадавших только в тех центрах, где можно соблюсти правила золотого часа, с одной стороны. А с другой стороны, сконцентрировать их таким образом, чтобы их частота лечения позволила поддержать квалификацию персонала и их готовность к оказанию этой помощи. Ну вот, конечно же, я подхожу к тому, что считаю, что вот сейчас, на нынешнем этапе, безусловно, главная проблема в сокращении коек, стационарных коек, это с одной стороны экстренного потока больных, а с другой стороны это возможность внегоспитально организовать помощь зеленому потоку больных. То есть красный, желтый, зеленый это по степени тяжести ургентные больные, где зеленые это обычно обострение хронических заболеваний, которые требуют 2-3 до 4 дней госпитализации. Без технологий, без тяжелой диагностики, без инвазивных процедур реанимации и операции. Но это до 70% всех больных, которые ложатся на койку. В принципе, если мы развернем еще миллион коек, и они туда лягут. А истинные экстренные больные, это, как правило, желтый и красный поток. Он довольно стабилен. На сегодняшний день при нынешнем объеме коечной мощности он составляет около 35-40%. Из них 10% красных реанимационных и 30% желтых, те, которые потребуют операции, обследования, инвазивных процедур и участия специалистов. Главное, они требуют госпитализации специализированной клиники. Вот что делать с зеленым потоком. Весь мир принял для себя концепцию, что зеленый поток надо, с одной стороны, перемещать на внегоспитальную помощь. Это больные, которые могут перейти на дневной стационар, через после кратковременной госпитализации уйти на лечение на дому. И самое главное, что они не требуют, как правило, участие узких специалистов в оказании помощи этой категории. Это удел врачей общей практики, врачей скорой помощи. Вот этот зеленый поток. Для того, чтобы уметь делить больных на красных, желтых и зеленых, весь мир придумал только один способ. Должен быть соответствующий триаж, сортировка. И сортировка эта начинается в момент звонка и самая главная сортировка осуществляется в отделении скорой медицинской помощи стационара, emergency department. Вот для того, чтобы такую сортировку осуществлять, с другой стороны, для того, чтобы весь этот поток в течение нескольких часов можно было
поставить правильный нозологический диагноз, весь мир придумал только вот эти отделения. Ну и я хочу сказать, что когда мы говорим о длительности госпитализации, то длительность госпитализации прежде всего может сокращаться не сроками выздоровления, а сроками обследования. Вот если на входе больной сразу в течение 2 часов имеет точный нозологический диагноз и начинает производится основной этап его лечения, то дальше пошел процесс выздоровления. А если он ожидает постановки этого диагноза, то, во-первых, это отодвигает точку выписки, а во-вторых, это усугубляет исходное состояние. И в этом смысле альтернативы вот этим отделениям, поскольку это пятачок, на котором сконцентрированы все диагностические технологии, которые могут понадобиться этим больным, которые работают всегда, вот альтернативы этому нет. Никакое приемное отделение. Никакой там другой технологии мир не придумал. Я всегда сравниваю эти отделения. Вот у человека это ротовая полость, которая все специализированные клиники это внутренние органы, а ротовая полость это вот это отделение, которое одну пищу выплюнет, другую проглотит быстро, третью разжует, четвертую, да? То есть, но если этого нет, то человек похож на человек с лейкой из гастростома. Вот так у нас госпиталь, который не имеет такого отделения, по сути дела, он не готов к приему и быстрому переработке большого количества ургентных больных. Вот, на мой взгляд, проблема сейчас в создании вот этого механизма только ментально. Поскольку я понимаю, что в значительной степени в нашей стране это зависит от политической воли, значит, соответственно, мы все сейчас делаем следующее, чтобы это вошло в программу развития здравоохранения 2020 и создание таких отделений в каждом субъекте федерации при самом крупном госпитале стало нормой. Но, в частности, в России уже, так сказать, эта система внедрена в Татарстане, в Краснодарском крае. И вот сейчас, я так надеюсь, во-первых, 5 отделений таких должно появиться в ближайший год в Москве. И я надеюсь, что наконец-то будут созданы эти проекты в 3 наших больницах, 3-й, 17-й, 26-й, крупнейших, создание таких же отделений. Ну вот я вам покажу набережных Челнах. Если вы видите на снимке, это отделение, которое было личным проектом президента Татарстана нынешнего, а тогда премьер-министра Рустама Нургалиевича Миниханова. Вот он каждый день туда приезжал, будучи премьером, и делал это отделение. И сейчас вот эта больница на 600 коек практически забирает всю медицинскую помощь 600-тысячного города Набережные Челны. Ну, следующее, это, конечно, вот то, о чем я говорил, увеличение онкологической заболеваемости с 91 года. На мой взгляд, это прежде всего выявляемость, а не заболеваемость. Но на сегодняшний день, ну, в общем, это довольно прилично уже построенная система, которая, конечно же, требует своей стратегической корректировки. Если честно сказать, потому что самое главное из этой программы, на мой взгляд, то, что требует корректировки, что невозможно замкнуть онкологическую помощь только внутри онкологических учреждений. Потому что если, допустим, ну я не знаю, берем любой регион до 1 миллиона жителей, где есть 1000-коечная областная больница, и рядом 80-коечный онкологический диспансер, то трудно себе представить, что там будут решены вопросы онконейрохирургии, онко-челюстно-лицевой хирургии, онко-офтальмологии и так далее. А если так, то тогда не лучше ли этот онкологический центр создавать внутри областной больницы, где есть все специалисты,
И смежные специалисты, как правило, у одного онкологического больного, смежные заболевания редко бывают, еще онкологические заболевания, гораздо чаще неврология, кардиология и так далее. Ну, нужно отметить, что за последние годы, конечно, развивается и паллиативная помощь, хотя это еще практически незаполненная ниша. И вот когда мы говорим о том, что у нас 2,9 или 3% ВВП идет на здравоохранение, да, то мы должны понимать, что этих денег едва и 2 хватает на интенсивную медицину. И совершенно нет на реабилитацию, совершенно нет на сестринский уход, совершенно нет на хосписы и совершенно нет на медико-социальную помощь. И вот вторых 3% не хватает как раз на это. Ну, вот то, что касается высокотехнологичной помощи, конечно, здесь бурный рост. Вот это по Петербургу только мы показываем, что он произошел, ну, практически в 4 раза за последние 7 лет. 4 раза. При этом нужно сказать, что мы выполняем порядка там, 12-13% всей высокотехнологичной помощи в стране. То есть у нас значительное количество этой помощи получают иногородние граждане, не жители Санкт-Петербурга. Мы в значительной степени подтягиваемся по оснащенности тяжелой техникой, по оснащенности КТ и МРТ. Но опять же, с точки зрения интенсивности использования этого оборудования, мы еще значительно отстаем от общемировой практики. В частности, я хочу сказать, что в Петербурге, ну там на 2012 год было порядка 57 аппаратов КТ и МРТ, и из них только 6 работало в круглосуточном режиме. И эти 6 аппаратов покрывали половину всей потребности города. Такого оборудования в односменном режиме очень дорого. Очень дорого. То есть нам тогда нужно 5 раз, а так даже в 7 раз больше аппаратов. Потому что в односменном режиме в месяц аппарат выполняет 200 исследований, а в круглосуточном 1500. Поэтому, конечно же, все точки, где идет прием круглосуточной экстренных больных, они должны работать круглосуточно. А во всех остальных, если мы хотим эффективно использовать ресурсы, то как минимум 2 смены. Важный момент, что мы переходим сейчас на оплату медицинской помощи по DRG, Diagnostic Related Group системе. В этом смысле, конечно же, в чем плюс DRG системы? Это международно известная австралийская система, которая сейчас завоевала практически весь мир. Есть она классическая, есть скандинавская, есть для там, Юго-Восточной Азии, но в принципе смысл в чем здесь? Что если мы работаем в этой системе, мы можем обмениваться опытом со всем миром. Если мы придумываем свою, то мы все ошибки проходим сами. В прошлом году несколько регионов были в качестве пилотного проекта переведены на DRG-систему. Но DRG-система, понимаете, это как вам сказать, как язык или как там грамматика. Но так сказать, это будет простейший, допустим, там 5 иероглифов. Или это будет развернутая система? В чем смысл? Пока взяли только простейшую систему, когда берется 200 КСГ групп. В то время как в Петербурге наша система медико-экономических стандартов уже имела 1500 групп. Таким образом, точность попадания оплаты в расходы
в соответствии с величиной расходов, была намного чувствительнее, чем эти 200 групп. Почему пришлось пойти на это? Потому что в большинстве регионов не было этих систем, как у нас, с медико-экономическими стандартами. Поэтому ради того, чтобы перейти на международную систему, иметь возможность обмениваться опытом, в большинстве регионов внедрена вот эта простейшая система, а нам пока разрешено оставить нашу систему. Когда они дойдут до степени детализации, как в Петербурге, и мы, то есть уравняемся скоростями, и мы перейдем на эту систему. На мой взгляд, это очень правильно. Но система DRG позволяет рационально поделить деньги и ограничить верхний уровень расхода. Но она никак не позволяет обоснованно рассчитать стоимость программы государственной гарантии. Потому что она берет группу заболеваний, и, по сути дела, между ними по сходности логистики в диагностике, продолжительности лечения и ресурсной емкости формирует вот эти группы. А для того, чтобы рассчитать программу государственной гарантии, надо знать, сколько стоит в структуре, то есть сколько стоит каждый больной по набору, частоте использования медицинских услуг, и потом, приложив его к структуре заболеваемости, получить общую стоимость программы государственной гарантии. Вот сейчас надо уговорить Министерство здравоохранения доделать эти программы с расчетом стандартного оказания медицинской помощи только для того, чтобы иметь возможность отбить вторые 3%. Иначе в этом пироге мы никогда их не отвоюем. Ну вот это я то, о чем я говорю, про клинико-статистические группы. Поэтому, на мой взгляд, я, наверное, буду завершать, мы подошли к порогу, когда финансовое насыщение системы позволяет и к эффективным структурным реформам, сформировав для этого специальные целевые государственные или отраслевые программы. И я надеюсь, что в ближайшие годы мы станем свидетелями того, что нас упрекают в том, что мы 20 лет говорим, а не хотим реализовать структурные реформы. Но я хочу сказать, что в этом есть очень серьезные причины, и к этому необходима была большая подготовка. Мы это так прошли, и если даст Бог, у нас будет экономическая, а соответственно и политическая стабильность, то мы сможем это реализовать. I'm sure that we will discuss more after my presentation, but one question that I would like to ask you in this moment is that of all the individual different areas of healthcare that exist, what do you think would be the most important part to start to develop things? Ну, я думаю, что для начала развития вообще, конечно же, шаги делались правильными. И сейчас мы подошли к тому моменту, когда мы должны делать шаги, которые, на мой взгляд, особенно с учетом того, что есть опасность экономической нестабильности, и надо всегда понимать, что экономическая нестабильность всегда порождает и социальное напряжение. Поэтому я бы сказал так, что все задачи важны, но, на мой взгляд, подошла необходимость
Ну, может быть, я боюсь быть здесь до конца объективным, потому что я же специалист в определенной области, да? И я всю жизнь занимаюсь там неотложной хирургией, хирургией повреждений. А теперь вот еще последние 10 лет организации экстренной помощи. Так вот, ну, тут я жду, может быть, подискутировать. Но это мой взгляд. Я считаю, что мы на сегодняшний день, конечно же, развиваем высокотехнологичную помощь, и президент сказал о том, что мы в настоящее время эту помощь оказываем 500 тысячам жителей России, а надо довести этот уровень до 750 тысяч. Но если мы понимаем, что ежегодно госпитализируется 20 миллионов жителей, и эти 20 миллионов, из них 750, это, ну, наверное, порядка 3%. 2-3%, то есть сейчас 2% получают высокотехнологичную помощь, а будут получать 3%. А 97%? Вот если мы уйдем за пределы региональных центров, то есть за пределы городов, крупных городов, то там 100% будет экстренная помощь. Потому что, по сути дела, только этот вид помощи там можно оказывать на уровне оснащенности тех медицинских учреждений, которые там есть. Вот если мы себе в этом признаемся, то мы поймем, что для того, чтобы большинство населения почувствовало улучшение уровня оказания помощи в стране, мы должны этим видом помощи заняться. И в этом смысле это не может ограничиться только переоснащением машин скорой помощи. Поскольку я должен сказать, что даже в самые тяжелые 90-е годы машины скорой помощи у нас ездили исправно. Но самое страшное было для пациента не машина скорой помощи, а то, куда его привезут. И причем не тогда, когда он уже окажется на койке в стационаре, а вот именно в тот момент, когда его привезут, и ему надо выходить из машины, и дальше начинается тяжелейшие несколько часов пребывания в приемных отделениях, где совершенно невозможно находиться, где все время чувствуешь грубость, где все время все, по сути дела, измотаны, где оказаться в одном помещении с больным тяжелым или больным при смерти. И вот эта неустроенность, она вызывает огромное напряжение в обществе. Поэтому вот по многим причинам, с одной стороны, создание человеческих услуг. С другой стороны, чтобы человек смог туда приехать сам, а не только звонить 03. С третьих, это постановка, быстрая постановка диагноза перед попаданием на специализированную койку. С четвертой стороны, это быстрое отсечение тех, кто не нуждается в госпитализации на специализированную койку. С пятой стороны, это освобождение специалистов от того, чтобы заниматься ненужной работой, потому что этим должны заниматься врачи скорой помощи. С шестой стороны, это явная реализация врачебного образования для врачей по специальности emergency или врач скорой медицинской помощи. Ну вот, и с какой хотите стороны сокращения сроков госпитализации и, соответственно, коечного фонда, вот по всем этим причинам, на мой взгляд, вот это должно быть реализовано в первую очередь. С этим должны быть увязаны логистика более мелких стационаров сельской местности, где должны оставаться часть зеленого потока, а желтые и красные должны вывозиться в муниципальные центры специализированной медицинской помощи. И вот если эта вся встроенная система начнет нормально функционировать, мы получим значительное
повышение удовлетворенности населения уровнем оказания медицинской помощи, и мы получим значительное повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения. Вот на сегодняшний день вот этот краеугольный камень. A very good answer. I completely share this opinion in the importance of urgent care, and this is not going to be an orthopedic trauma surgeon myself in the my most active clinical years. But do you agree that the need of simultaneous improvement of what you call green flow and the work of GPs as gatekeepers is as important as the improvement of Ну, я дело в том, что я считаю, что зеленый поток – это часть неотложной помощи. И, конечно, зеленый поток здесь прежде всего развитие, скажем, офиса врачей общей практики. Это, я бы сказал так, развитие внегоспитальной помощи. Это развитие помощи на дому, это развитие сестринского процесса, более широкое привлечение сестер к оказанию этой помощи. Вот это и есть, то есть зеленый поток, его мало просто убрать из стационара, его надо обеспечить качественной помощью вне стационара. И для этого должны быть отдельные программы. Ну, в частности, я считаю, что, вот еще не слышал этого моего предложения главного врача станции скорой помощи, но он слышит. В Петербурге дежурит ежедневно 500 бригад скорой медицинской помощи, 500 машин, представляете, в городе. И из них они 70% возят вот этот зеленый поток, который не нуждается в медицинской помощи в процессе доставки в стационар. То есть, по сути дела, они на 70% эти машины используют как такси. Причем врачи и фельдшеры очень любят эти вызовы. Когда он спокойно приезжает, говорит, садись и поехали. Там приехали, сказали, выходи, заходи. Спрашивается, зачем мы такую армаду, 300 машин, пользуемся как такси. Где час эксплуатации такой машины стоит порядка 7 тысяч, а обычного такси 400 рублей. Не проще ли заключить договор с любым таксопарком, оплатить ему все эти вызовы, который начнет привозить просто вот зеленый поток, который медицинской помощи в процессе. Это заведомо известно. Если у больного подозрение на острый аппендицит, но зачем туда выезжает бригада? Его надо привезти просто в стационар. Потому что без анализов, УЗИ, наблюдения мы же не обойдемся. А вот куда же, а вот эти 300 машин, лучше бы они объехали тех, кого сегодня отпустили. После того, как поставили диагноз, после того, как назначили лечение, и через сутки они бы у них появились. И продолжили бы лечение, и посмотрели бы, как, насколько оно эффективно. Вот она невоспитательная помощь. И насколько бы повысилась удовлетворенность больным этим визитом. Вместо того, чтобы они приезжали, забирали и отвозили больного просто в стационар. Спасибо. Роль университетских клиник в системе оказания медицинской помощи. Значит, с одной стороны, университетская клиника, казалось бы, не должна дублировать то, что можно продемонстрировать других рядом расположенных клиник. И тогда казалось бы, что университетской клинике надо демонстрировать высокотехнологичную, эксклюзивную и прочие виды помощи. Но вот так устроено здравоохранение, что высокотехнологичная и эксклюзивная помощь, она как вершина айсберга,
может быть только тогда, когда айсберг есть. А если нет айсберга, то и это не будет. Поэтому, если мы хотим иметь у себя вот эту высокотехнологичную, под каждой из видов помощи должна быть база специализированная. Но high-class, хорошо организованный, так, чтобы не надо было рассказывать, что он здесь лежит годами, а он должен лечиться интенсивно, быстро, так сказать, так, как это делается в лучших клиниках всегда. Вот такая должна быть университетская клиника. То есть, с одной стороны, она показывает здесь и офис врача общей практики, и emergency, и в то же время, благодаря этому, она из потока экстренных, не загружая клиники, выбирая тех, кому нужна сегодня высокотехнологичная, и плюсом еще из всех других стационаров забирает на себя то, что они там не могут создать на нашем базисе. Поэтому без университетской клиники ни в коем случае не обойтись, и она должна быть очень современная, мобильная, и не может быть только элитарной. Спасибо.